Не успело лето передать бразды правления осени, как она тут же преподносит сюрпризы в виде похолодания. Так, по прогнозам синоптиков, из-за холодного фронта, который прибыл в минувшее воскресенье в Нижегородский регион, жителям области стоит ожидать даже заморозков. Уже днем столбики термометров не будут достигать отметку плюс 20 градусов. Наоборот, на почве и в воздухе местами ожидаются заморозки. Причем интенсивность в период с 16 по 18 сентября будет достигать даже 0-5 градусов. Температурный фон недели обещает быть не выше 15 градусов, но и не ниже 10. Таким образом, среднесуточная температура окажется ниже нормы в этот осенний период на 2 и даже 4 градуса. Будет преобладать северный ветер отдельными порывами до 7-12 метров в секунду. Существенных осадков в этот период не ожидается. Все же тепло может к 20 сентября еще вернуться. В центральных и южных районах ожидается до 18 градусов. Между прочим, по прогнозам синоптиков, солнечным для нижегородцев будет октябрь.